Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в симулятор шеф-повара. Ну что ж, друзья, усаживайтесь поудобнее, тащите самое вкусное, что у вас есть, хотя бы, я не знаю, какую-нибудь закусочку, например. Опа! Вот тут у меня чипсы с крабом, между прочим. Кому как, да, друзья, тут у нас будут какие-то изыски, но вот это вот чипси, ну, конечно, выглядит она так себе, да, друзья, но если ее приправить там сырком тертым, да, блин, уже вкусно, получится бекончик на нее положить. Да нет. И такая нормальная, кстати, друзья. В общем, всем приятного аппетита, друзья. Что бы вы сейчас ни кушали, это чипсы, сухарики, там ватрушки, не знаю, сгущенные трубочки. Я перекусил. В общем, чуть-чуть, и мы с тобой продолжаем развивать наш бизнес. И мне уже, правда, написали великолепную просто идею. Что, если на кухне пожарить пропан? Вот чего! Вот это очень хорошая идея, друзья. Мы сегодня ее, конечно же, проверим. Конечно же, почему бы и нет? Потому что смотрим мы сюда, друзья, и посмотрите, просто посмотрите, ну что это такое, господи! Все жарится, варится. Кстати, какого фига тут жарится, варится? Ну-ка. Стоп, а вроде не должно не жарить. А-а-а, вот оно что, у меня тут картофель, лимон немного поджаривается. Ну это ладно. В общем, мне написали в комментариях, что будет, если пропан взять и поставить, в общем, на, не помню, на эту штуку или на эту. Да какая разница, мы туда и сюда ее газ. Сразу говорю, друзья, ни в коем случае не повторяем в реальной жизни, потому что эта игрушка, ну сам понимаешь. Так, надо как-то приправить, например, блин, картошечку нельзя взять. А хотя вон там картофель, ну хотя можно набрать, друзья, знаешь. Берем, что будет с этими всякими различными штуковинами, если рядом будет газ, и это все взорвется. Интересно, взорвется ли это. Так, во-первых, ну, холодильник. Да нет, пусть будет, открыть все. Короче, нажимаем на кнопочку и смотрим, что же будет делаться. Интересно. Мне очень интересно, на самом деле, пока что у нас заработайте первую звезду славы. Пропустить подготовительную фазу. Нет, зачем нам пропускать подготовительную фазу? Вот мы сейчас смотрим, что да как тут будет делаться. Где как-то. Ёб твою дивизию. Ну, впрочем, плита, кстати. Ну, почти не пострадала. Нормально, пацаны, блин. В принципе, удобно. Смотри, нормально жарит. Только вот у нас теперь дверей нету, к сожалению. Капец просто какой-то. Ну ладно, пропустить подготовитель. Да пропускаем, в принципе. И без этого можно работать, пацаны. Как бы вы поняли, ни в коем случае. Видишь, это очень поучительный ролик. Так что не забывай подписываться и ставь лайкосики, если ты любишь и ждешь эту игру еще. В общем, как ты понял, ну дверца холодильника, я не знаю, ее можно использовать. Да я не знаю, как сноуборд там взять. И так хопа. Не знаю, всегда так мечтал. В общем, у нас первое блюдо — томатный суп. Для этого... Ай, блин, ох ты ж папуас, весь томатный суп разлился, черт возьми, ну ёкаламэне, я его наготавливал, друзья, вы просто не представляете, надо было все это куда-то убрать. Ну что делать, ладно, мы в кулинарии, в принципе, шарим, так что давай потихонечку. Мне еще также писали, типа, уберись на кухне, ну, впрочем, стало немного гораздо лучше. Короче, проверили мы с тобой, что будет, если положить на гриль пропан. Я заметил, короче, пацаны, видишь, в чем прикол? Надо нам все-таки закрытую дверь-то держать. Вот оно что. Чтоб температура-то, блин, сохранялась, температура немного повышалась. Ну-ка, давай повышайся. А то я смотрю, что-то 3,9 комнатная температура. Короче, пропускаем мы подготовительную фазу и... Где у нас... Так...
Новый заказ. Блин, форель, да вы чё прикалываетесь? Для чего у меня тут стоит просто, смотри, большая кастрюля супа? Это при том нормальная кастрюля супа. Мы можем этот суп, конечно же, немножечко там добавить. Хоп-хоп-хоп. Раз, и уже супа больше стало, пацаны. Видишь, разбавляем потихоньку, разбавляем. Учитесь, как надо готовить. Ну, так, окей, окей. Чё нам надо сделать? Значит, форель надо... В принципе, и так нормально. Так, форельку мы с тобой берем на разделочную, кстати, дошку. Я никогда, кстати, не знал. А что, если мы с тобой порежем эту форель? Блин, так она Смотри, да она просто офигенна. Она просто офигенна, друзья. Вообще, я никогда не кушаю, блин, головки. Зачем их кушать, да? Как бы они такие невкусные. Кто вообще ест? Но она типа для красоты. Я один раз, друзья... На свадьбе съел здоровенную щуку, серьезно, щука, запеченная щука, фаршированная, главное, знаешь, блин, как это вкусно, пацаны! Ох, если об этом думать, ох, у меня, по-моему, сейчас случается тут чувство такое... переполняется у меня внутри все, серьезно, вкусовой, ну ты понял, внутри прям вот все прям хорошо так становится, пацаны. Так, ладно, ладник, у нас губка? Да ладно, у нас есть губка? Спанч Бобик? Ладно, пусть он там и лежит. Какая, а погоди, а может реально можно губочкой, то есть посуду типа мыть? А как мне, например, детальное управление, смотри, как ее сдвинуть по вертикали, бросить, вымыть? Вы чё, серьезно? Офигеть. Ну, правда, она чуть не особо моется, если честно. Я вижу, это слишком какие-то очень засранные, видимо, пятнышки. Поэтому пусть она тут и лежит, я не знаю. Так, а у нас, между прочим, пока мы с тобой тут кайфуем от вкусовых рецепторов и представляем, блин, вот эту рыбку, блин, господи, щучку фаршированную, ну серьезно, у меня прям кайф во рту, я уж представляю, как круто, но я иногда, друзья, я на паузу просто поставлю, потому что, блин, так невозможно, я... Смотрю у других видосы, как они там жрут какую-то вкусную пищу, там роллы заказывают или пиццу, а сам ем чипсики. В общем, и прикинь, типа заходит, друзья. Ладно, хорош бездельничать, пацаны. Конечно же, нам нужна форель нормальная, потому что я знаю этих придирчивых клиентов, им не пойдет, они вообще не знают в готовке ничего. Итак, противень у нас есть, вот видишь, он стоит, все, давай, как супер-мега Саник, я должен быстро все делать. Так, черный перец, вот вижу, уже начинаю кое-что понимать, 5 граммов, раз, два, три, четыре, пять. Так, форель 4 грамма, и давай, вот еще 1 грамм. Все, 5 граммов, да, на весь? Отлично, черный перец, хотя написано 3 грамма. Сушеный тимьян, вот, берем его тоже немножечко. Раз, два, три, четыре, пять. Во, все, отлично. Вроде написано 3 грамма. Странно, я как-то сушеный укроп. В общем, тут надо аккуратненько. Друзья, конечно, блин, я понимаю, если ты не рукожоп, то нормально. Но просто противень, по-моему, немножечко уже склоняется к бездне. Это знаешь, в некоторых голливудских фильмах или просто мультиках, я помню, в Симпсонах такой момент был. Машина Гомерчика стоит и прям над пропастью, и она уже свисает. И все такие назад, вот так вот аккуратно. Смотрел вот такое, вот то же самое, форелька сдерживает. Так. Что дальше-то? Поместите на противень и поставьте в духовку на 90 секунд. Так, пацаны, сейчас все будет. Блин, надо быстрее ускоряться. Раз, два, три, четыре. Сколько осталось? А, половина времени, нормально. Так, заводим таймер, у нас где-то он должен... без таймера будем. Тут, знаешь, просто, смотри, надо открывать эту хрень и вот смотреть по готовке. Все, индикатор тут в реальной жизни такого, к сожалению, нету, но тут мы с тобой хотя бы будем. Так, у меня записывается хоть все. Да, у меня все записывается, слава богу. А то бывает, знаешь, такое... Так, и, конечно же, дальше. Лимон, его надо на 4 четверти. Так, форель, ладно, туда, куда-нибудь, коту, котик! Маленький-маленький, давай, иди туда, вот где-нибудь там, лимончик, блин, кто лимоны-то любит, а? Кто любит очень сильно лимоны, друзья? Поднимите руку, я вот туда вот, если что, кинул, знаете, если что, можно бесплатно покушать. А это что у нас такое? А, это таймер, блин. Я думаю, это что-то такое, поросячий хрюндель. Так, большая картофель.
Тошка, нормально тут все. А что нам надо-то, я уже и забыл. Лимон, господи, лимон! Всякой фигней занимаюсь на кухне. Все, чтобы не готовить, а, пацаны. Смотри, все. Надо 4 равных. 1, 2 калина. 3 калина. На. Да что ты... все, отлично. Так, замечательно, все, рыбку мы с тобой... почти готово, пацаны, почти готово. 4 этих, подавайте горячим украшение, свежая петрушка. 6 граммов, как я помню, то есть это все легко, друзья. Самое важное, глубокая тарелка не то. Нам надо что-то, друзья, более большая тарелка, простота. Да, но блюдо выглядит более мелким. А зачем я, кстати... Ну ладно, нормально. Так, что там с форелью? Форель готова. Форель можно забирать. Друзья, единственное... учусь, друзья. Я лучше шеф-повар. Чуть-чуть осталось, к сожалению. Итак, сушеный хрен. Вот, сушеный хрен. 5 граммов и свежей петрушки надо. 1, 2, 3, 4, 5... Вот так вроде. Сушеный хрен меньше 1 грамма. Вот это я не понимаю, она либо как-то... Вот на форель вроде как идет, и тогда все нормально. Все, сейчас аккуратно, друзья, ловкость рук и ничего более. Сейчас мы с тобой, поторопитесь, написано. Давай, свежие петрушечки, 1, 2, 3. Все, 3-6 граммов. И смотри, мы самые лучшие кулинары. Серьезно, я уже просто знаю все это. Я не буду даже фоткать, потому что у меня были и лучшие блюда. И вкус у нас чуть ли не 5 звезд, друзья. Ну как вы думали? Слава, мы уже заработали. Впечатляет, вы выполнили норму по уровню славы. Так, хорошо, все, пацаны, вареная картошка уже ест. Лучше, конечно, набрать больше нормы, чтобы не нервничать. Я не нервничаю, я чисто жарю пропан. Что ты можешь сказать? Я не знаю, можно, наверное, пропан и вон туда, вот, хопа, хэдыч, вон тут. Блин, господи, ну что? Погоди, блин. Да ладно, это моя кухня, значит, все нормально, пацаны. Все нормально. Я вообще нижней никогда не пользовался, поэтому хрен с ней. Там можем вот, я не знаю, для огнетушителя, там местечко, хоп, вот. Нормально все будет. Хотя можно и так печь, в принципе. А уже не работает, дверца нужна. Мы открыли достижение, ничего не вечно. Правильно, ребята, правильно. Так, а какой заказ-то у нас? Картофель, филе, лосося. Итак, самое просто, друзья, самое простое. Мы, друзья, у нас $400. Я уже научился готовить такие изыски, поэтому нам срочно нужны новые блюда. Где мои новые рецепты? Менеджер рецептов у вас нет. Итак, мы борщик. Я хочу борщик купить. Как мне борщик купить? Просмотр очки. Как мне это купить? Можно мне это купить? Все, купил. Свекла, самый свежий бульон из утки. Гаспачо, свежая лапа. Картофель фри, гамбургер! Я беру. Его нельзя, потому что нам нужен какой-то тут уровень следующий. В общем, фиг с этим. В общем, мы открыли новое блюдо. Итак, значит, что надо сделать? Соль и черный перец. Черный перец у нас где? Черный перец, вот он, пацаны. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. И соль, тоже 5 граммов. То есть, видишь, мы с тобой уже, я не знаю, профессионалы. Посмотри. Так, стоп, вот эту штуку не надо так делать. Подсолнечное масло, так. Подсолнечное масло, слава богу, у нас не разбито, как в прошлом выпуске, я его случайно, друзья, 10 минут, господи, да я становлюсь супер шеф-поваром, пацаны, я уже хоп, филе лосося берем, там, хопа, вот так вот просто, все, начинает жариться, уже все включено, обжарьте 60 секунд, это все легко, друзья, просто смотрим и не паримся, теперь, насчет вареного картофеля, он у нас уже есть, то есть он как бы просто его подогреть, да и все, пацаны. На самом деле тут ничего такого страшного нет. Все, картофель подогрет. Итак, картошка у нас есть. Соль 20 граммов. Вот единственное, только знаешь, соль 20 граммов нету. Вот, то есть мне только надо соли добавить. Конечно, нормальные поварята, они, сам знаешь, они добавляют как-то что ли, блин. А вот видишь, смотри. Все, хватит.
смеси 1,7 литров. Так, что там у нас? Филе лосося сейчас чуть-чуть еще осталось, друзья. Берем нашу спанчбобовскую штуку, лопаточку. Блин, у меня никогда... Не, у меня... Ой, господи, как у меня не было лопатки. Конечно, у меня есть лопатка. Я умею жарить офигенные просто тосты. Просто офигенные, друзья. Правда, уже чуть давно не жарил. Так, и давай как-нибудь мы с тобой сейчас аккуратненько, сейчас осторожненько, вот, все, прошу, все, сейчас она опять приготовится, видишь, написано 60 секунд с каждой стороны, но на деле нифига, нифига, друзья, вот когда, вот эти индикаторы очень помогают, закрываем холодильник, я что-то зря испугался, друзья, как-то даже это, варить 120 секунд, вода, соль 20 граммов, просто в тарелку, в общем, переместить. А сколько картофеля? Две картофельные. То есть, видишь, как. То есть, две картофельные. Так, все. А филе лосось сейчас будет готово. Картошечки давай мы наберем с тобой. Надо будет добавить, кстати, потом попозже сейчас. И филе лосось сейчас уже приготовится, пацаны. И все. И все, ребята. На самом деле, лучше никогда не знать. Я вам расскажу... Офигеть, историю, которая произошла где-то буквально 3 дня или 4 назад, решил я заказать роллы. Ну, я ролики, на самом деле, ну, не часто ем, сам понимаешь, они как бы такие... Но там скидка большая, большая скидка, я такой подумал, почему бы и нет, пацаны, если соль даже не растворилась. Ну, фиг его знает, может, даже ему понравится много соли. Держи. Короче, я, друзья... 5 почти, ну слушай, я не знаю, как до 5 звезд, конечно, хоп-хоп-хоп сделать нам, но мы с тобой вообще большие молодцы. Следующее блюдо, пожалуйста. Надеюсь, томатный суп, потому что у меня... Да блин, да почему свинина на кости с печеным картофелем? Вот, давай ее берем. Я, кстати, ее пока еще не пробовал. С печеным картофелем это круто. Это круто, пацаны. Так, хоп-хоп, нам нужен противень, ребята. Так, противень мы с тобой. Сколько картошки-то надо? Два или сколько? В общем, печеный картофель. Порежьте ингредиент на крупные куски по 50 грамм. То есть на 3 куска. То есть мы берем с тобой... Сейчас, секунду. Вот, разделочную доску, например. И чисто набираем хоп-хоп. Ну, ничего, ничего, никто не заметит, как бы все нормально, все окей, хоп, так, на по 3 кусочка, раз, два, блин, нифига себе, я просто мастер по разрезанию, и что дальше-то? Приправа, соль 6 граммов, и переместите на тот же противень, вот и все. А что, свинина на кости, просто обжариваем с двух сторон, но, друзья, видишь, соль, черный перец, соль 4 грамма, сейчас, погоди. Сейчас. С одной стороны как-то соль 4 грамма. Так, 4 грамма есть. А, черный перец, пацаны. Да, что я черный перец? Блин, ой-ой-ой, я уж думал, что баг. Тут иногда такой баг, блин, дурацкий. Тоже 4 грамма. Так, 4 грамма. Сушеный тимьян 6 граммов. Вот, как-то так. Ну, надеюсь, на сковородку особо... Ну, вроде не попало, да? Нормально. И сколько с каждой стороны на 90? Все нормально. Все нормально. Ну, то есть, пока нормально все. Так, быстро берем лопаточку. Видишь, сейчас она приготовится. То есть, видишь, мы времени вообще не теряем. Хоп-хоп-хоп. Чуть ли не фастфуд, посмотри. Офигеть. Все в реальности очень долго. А тут мне дают меньше... Я не понимаю. Как так? Где вообще в этой... Где в этой... На этой кухне все повара. Почему я тут один, блин? И прям сроки минимальные. Фу, это жесть же какая-то. Так, где у нас, друзья, теперь нам нужна такая фигулина под названием противень? И я вот его не вижу. Пацаны, он где-то... Ой, блин. Тихо, тихо. Ну, это нормально, это можно закрыть. Главное выключить, видите, ребята. Ну, надеюсь, нормально. По картинке вообще написано, ну, вообще нарисовано что-то не то, но фиг с ним. Пусть запекается. Все, вот теперь мы включаем, и нормально, друзья. А просто у нас, блин, оторвалось, это как бы мы с тобой запекали бы, да? Непонятненько, пацаны. Все, давай, закрываем наши штуки. Че, как приправить еще? А, переместите на тот же, и все. Все нормально. Тарелка большая, ну, как бы, вот, большая тарелка простая. Вот и все. Так, сколько у нас свининка? Чуть-чуть вообще. Так вот, рассказываю историю. Ребята, слушайте, решил я заказать ролики. Вроде дешевенькие такие, хорошенькие. Ем, и чувствую зубом что-то вот... Ну, просто ролл взял этот, ням-ням-ням-ням-ням.
Филадельфия, по-моему, Филадельфия. Да, Филадельфия, друзья. То есть не дешевый, 400 рублей. Ну так вот, и хопа! А там скрепка, прикинь? Ну то есть скрепка от степлера. Я просто офигел. То есть прикинь, если бы я ее проглотил. Ну фиг его знает. Сколько печь картофель, кстати, я... Печеный картофель на крупной ленте... А, на 80 секунд переложите и сделайте горячим. Все, нормально, окей, пацаны. Сейчас, дожарится. Чуть-чуть, погодите. Почти дожарилось. Что за звуки там? Так, сколько там картофель? Почти дожарился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, картофель готов. Конечно, не как на картинке. А что ты хотел? Ты, блин, вот, например, гамбургер заказываешь. Блин, смотри, какая вкуснятина. Черт, я бы сейчас схавал. Пацаны, я бы сейчас с удовольствием схавал. Посмотри. Друзья, ставь лайкосик. Напиши, схавал бы ты это? Я бы с удовольствием схавал. Смотри, какая вкуснятина. Офигеть. Тут пять звезд... Что, блин? Да вы совсем офигели? Надо было покрошить. Вот и все. Надо было покрошить, как жалобы гостей... Свинины на кости. Типа подсолнечное масло недостаточно и филе лосося... В смысле, какой филе лосося? Какой еще филе лосося? Сегодня это последний заказ. Как закончите, подготовьте все на завтра. Пропустить фазу уборки. Какую фазу уборки? Не, мне это не надо. Погоди, стоп, какой филе лосося? Это типа пюре. А что там еще у нас? Фига себе, это что, это мыть еще надо? Да вы не офигели, блин? Все, пропустить. Ура, у вас получилось, ресторанный критик хочет попробовать вашу еду завтра. Пфф, на изи, пацаны. Когда критик придет, сосредоточьтесь на его заказе. Наберите не менее 4 звезд, чтобы сдать ему экзамен. Так, вот сейчас смотри, как делают профессионалы, как настоящие шеф-повара, которые закончили 5 классов обучения. Доступны новые перки, выберите перк. А вот сейчас внимательно, друзья, получите 3 дополнительных очков навыка вместо открытия перка. О, руки не дрожат, это фигня, не бьющиеся тарелки, да фиг с ними. Верните деньги за заказ, чтобы сберечь очки славы, полезные связи, ресторан будет менее требовательный экзамен. Перемотка. Раз в день сбросьте таймер активного заказа. Анализатор блюда. Проверьте оценку блюда перед подачей гостя. Волшебная палочка уберет все пятна и осколки. Это прикольно, но нет, раз в день смените. Вот, мне нравится анализатор. Давай, я хочу. Так, усилитель кулинарный хочу. Усилители наград за задание. Кухонный декор дешевле. Усилитель опыта за звезды блюд. Больше. Подавайте блюда на 4 звезда выше подряд и получайте... Вы получаете очков славы больше, жидкости дешевле, продукты дешевле, покупка улучшения резины, ремонт утвари, специи, посетители оставляют больше чаевых. Правильно. Утварь ремонтируется быстрее, ожидание дерпи... Охренеть, лампа у меня моргнула, я офигел, друзья, надо... Ну-ка, там все нормально. Может, это веб-камера моргнула, я офигел, лампа мне... Вау. Я не знаю, на видео там увидели, нет вы. Так, таймеры блюд, замедленное сгорание, замедленное остывание, прочная утварь. Утварь изнашивается, защита, вы теряете очков славы меньше. Вот! Вот это правильно, но... терпимость ко вкусу блюд повышается. Терпимость ко вкусу... Я думаю, вот так вот сделать. Блин, жалко, 2 только, ну ладно. Ну хорошо. Пусть они будут терпеливы. Типа, ну что-то я не так сделал. Они такие, ну мы терпеливы, ничего. Или погоди, терпеливость к блюду. Мы открываемся через час, используйте. Блин, мне нужна еще одна какая-нибудь фигня. У меня есть, кстати, специи, утварь. Сколько стоит большая кастрюля? 75, маленькая кастрюля. Давай большую кастрюлю куплю. В принципе, бабки не проблема. То есть, видишь, бабки не проблема. Все нормально, кастрюля есть. Это я специально, чтобы много ничего тут не делать. Сейчас сразу борщица мы с тобой. Как сделаем? Так, подсолнечное масло. А что там надо? Куриный бульон, 1000 миллилитров. Так, куриный... 1000! Да ты че, блин? У меня нет столько 1000. Фига себе, блин! Куриный бульон, блин, а?
жидкости, куриный бульон. 12! Ну твою ж дивизию, а! Офигеть! Офигеть! Ну ты, блин! А, нет, там вроде 1000, там вроде куриный бульон, 3, да, все нормально. Так, соль 20 граммов, соль 20 граммов, ой, хлопцы, вот это я понимаю, а, наконец-то, блин, мы с тобой сразу, давай, сыпем, сыпем, сыпем. Я люблю, конечно, побольше соли, но, блин, посетители, это, конечно, такая штука, что хотят, блин, вот прям им вот это вот надо, вот это вот. Так, черный перец, так, черный перец тоже 20 грамм. Какой-то неплохой такой, а, супчанский получается, пацаны. Так, этот супчанский-то хоть записывается? Да, друзья, записывается, все окей. Все окей. Так, черный перец есть, свекла 600 грамм. Где у нас свеколочка? 600 граммов, 120, я не гений, конечно, 300, 120. Сейчас придется калькулятор, пацаны, открывать, чтобы прям это, 120 на 5, да? 120 на 5, да, это 600, все правильно, ребята. Все-таки, ну, что, математик, математик, да, блин, 5 свеколок. Так, худыщ. Раз, да блин, сразу кастрюлю бери, чем мы как, не знаю, как нянчимся. 2, 3, 4, 5. Все, свекла готова. На куриной основе. А, репчатый лук 120 грамм, варить 120 секунд. А, еще я так думаю, что это надо вот, вот все это сделать. Так, репчатый лук, морковь. Репчатый лук, морковь. Сейчас. Погоди, погоди, погоди. Репчатый лук, морковь 70 граммов. То есть одна штука, да? А, репчатый лук 120 граммов. Репчатый лук 120. Одна головка. Одна головка. Так, есть. Так, дальше что у нас? И петрушка 80 грамм. Свежая петрушка. А может не свежая? Не свежий. 80! Ты чё, блин? Ты чё, блин, в смысле 8... Сколько там 80 грамм петрушки? Ты тупо рухнул, что ли? Ну чё ты, ну чё ты, это вообще капец какой-то. Ядрить. Просто ядрить. Погоди, погоди, а нельзя сразу закупиться? Просто это чё-то... Чё-то вообще капец. И сколько у меня там? Ну-ка... Сколько петрухи-то у меня? Свежая петрушка 44 грамма. Жесть. Ну ладно. Давай потихонечку ускоряемся, ребята. Блин, у меня уже бабок не остается. Чё за борщ-то такой? Супер крутой. Офигеть. Я офигею, пацаны. Так, все, теперь варите... Ну, я так думаю, варить-то его, блин, надо все-таки не там варится. Варить-то все-таки надо, размешая все это, потому что, ну, ты сам понимаешь, я, конечно, все понимаю, но налейте x миллилитров в глубокую тарелку, подавайте горячим, вот и все. То есть борщ у нас теперь есть, это есть. Че, у меня, фига у меня тут, блин, этих всяких штук. Короче, берем блендер, блендер берем и вот тут вот начинаем мы с тобой вот так вот делать. Ля, красиво, а? О, борщец-то, ля, борщец от... свежая петрушка, 22 грамма, суп. А погоди, он, ну он вроде нормальный, там свежая петрушечка еще просто осталась, видишь, сейчас. Сейчас мы с тобой. Все, блендером сделано, или что, им даже не размешиваешь, что ли? Где там свежая петрушка? Суп. Все, сейчас он приготовится. Там сразу по этому датчику и делаем. Да что ты будешь делать, господи? Давай вот сюда вот. Так, какие у меня там... Пока там варится это все, мы с тобой... Кстати, сколько времени осталось? Что-то я... У меня везде монитор. Чуть-чуть вообще осталось времени. Что-то я долго очень. А менеджер рецептов. Борщец. Это у меня есть... Стоп, а у вас нет... Вот, я бы гамбургер взял бы, список первый, замедленный анализатор блюд, проверьте оценка блюда, а как мне это сделать, вот мне интересно.
терпимость ко вкусу. Терпимость ко вкусу блюд. Да, ко вкусу, нормально. Все окей, друзья. Пацаны, все окей. Вообще замечательно идем. Мне очень нравится. Так, минута осталась, но тут уже вообще чуть-чуть осталось. Сколько там надо варить? 120. Так, глубокую тарелку сейчас с тобой мы быстренько берем. Хопа. Так, тут у нас сметана. Вроде осталось немного, поторопитесь. Да погоди ты, блин, что так быстро-то? Офигеть. Так, свежая петрушка. Суп почти доварился, все отлично. Ой, суп, борщ. Борщатский офигенный, блин. Прям самому аж захотелось, друзья. О как. Хорошо. Так, все вроде бы, да? Ну, так, за 30 секунд успеем ли мы с тобой? Давай быстро. Все. Много не будем. Так, хоп. Все. А вот, анализатор. А почему? Ну, мне уже не остается, потому что времени мало. А почему? Стоп! В смысле вкус? Ты чё, блин, гад? Я такой вкусный замутил. Он совсем охренел, что ли? Новый заказ. Вот, томатный суп, смотри. Просто подогреваем эту дрянь, которая у нас получилась, и все. Ну вы гады, ну и фиг с вам. Вроде терпимость я, значит... Что-то делал, а вы вот так вот, да, ублюдки? Ну и пошли вы в жопу. Мне кажется, просто недоготовка, понимаешь, идет недоготовка. Я не знаю, но это слишком много, наверное. Я не знаю, может им очень много, и они такие, ой, блин, ты что, столько нам подал, блин. А почему проанализировать блюдо не дают? Ну и хрен с вами. Ладно, вот он у меня неделю лежал, ну... Мне кажется, друзья, я вот за этот суп получал. Ребят, ну понятное дело, я там чуть ли... Так, это мы умеем с тобой. Я, мне кажется, неправильно сделал. Давай сохранимся пока. Почему неправильно? Да потому что слишком много этим гадам наливаю. В этом-то и прикол. Вот. То есть мы бы с тобой хоп-хоп-хоп так... Что-то все, подсолнечное масло там опять дофига. Так, берем соль, черный, свинина на кости. Все правильно, все отлично, друзья, ладно. Может сразу несколько свинин, блин, взять, да и все. И не париться, блин, в одной сковородке, чтобы они там жарились, парились, блин. Надо сразу, я не знаю, вон сколько там, по 3 штуки брать, да и все, и нормально будет. Блин, слишком много взял. Ладно, хрен с вами. Слишком много. Почему они, блин, сразу в центр? Как-то нельзя это все так аккуратненько там, да? Все, пошла готовка. Все, пошла готовка. Так, еще печеный картофель. Мы, кстати, попробуем с вами его так нормально сделать. Так, где-то у меня тут специя была под названием соль. Соль 4 грамма. Перец 4 грамма. Раз, два, три, 4. Так. Мне интересно ресторанный критик. Как он оценит? Че вообще оценит? Как он оценит? Блин, мне интересно. Мне капец интересно. Друзья, сегодня обязательно посмотрим быстренько. Но надо быстрее все это подавать. Я думаю, ничего страшного, если мы с вами сейчас там людям как-то, ну не так чуть-чуть дадим. В чем проблема-то, да? Сушеный тимьян берем, сушеный укроп. Так, тимьян у нас есть. Все отлично. Берем. Раз. 6 граммов. 3 грамма, ну на деле нормально. Добавьте ингредиенты. Подсолнечное масло вообще 30 миллилитров там написано. То есть, видишь, на сковородке, типа, все-таки не так много, но ничего. Вот, нормально, сейчас приготовится. Тут все окей. Мы быстро с тобой. Пока все это готовится, надо быстренько нам взять... Я не знаю, я думаю вообще, сколько там, сколько одна картошка? 150 грамм. А там надо сколько? Картофель 300 грамм, ага. Написано вообще на крупные куски, но я думаю, что нифига не на крупные. Почему на картинке такие, я не знаю, в какое представление-то у них крупных кусков. Так, вот смотри, приготовлено, да? Мы с тобой переворачиваем, хоп. Все отлично, перевернули, пока у нас готовится. Раз... Мы с тобой нарезаем быстренько. Притом надо офигенно красиво сейчас нарезать. Так, хоп. Вау,
Целых два? Нифига, я профессионал, блин. Слушай, я профессионалом, по-моему, становлюсь. Блин, смотри, что происходит. Просто жесть. Смотри, что происходит. Офигеть, я крутой. Друзья, мне капец нравится. Офигеть, я именно создан для того, чтобы нарезать офигенно картошечку. Там. Я думаю, так. Все, хорош. Хорош, слишком много. Так, теперь, блин, ни хрена себе, это я заколебусь, блин, на противень-то все это вот ставить. Это же пипец. А может сразу эту доску положить, да и все. Не, блин, ее не положишь просто так. Как бы деревянная, знаешь, вся такая. Блин, жесть, у вас сколько кусков. Зря, наверное, я от рецепта отхожу, но пошли вы-ка в жопу, а. Все. Что у нас там? Что у нас там со свининой на кости? Она еще готовится, так что нормально. И нам нужно... Что написано, кстати? Свинина на кости с печеной картофелем. Ну, просто обычную тарелку, да и все. Так, что там со свининой? Готовится. Ну и это у нас сейчас приготовится. Но я не знаю, конечно, может надо было как-то это. Я просто давал им томатный суп. Мне кажется, знаешь, что с супом не понравилось? Потому что я... Там очень много воды. То есть я его просто разбавил водой. Разбавил. Им это не понравилось. Мне кажется, из-за этого такая фигня. 100%. Масло черное аж стало. Ну нормально, чего. Нормально все. Так, все, готово. Что там с картошечкой? Ой, да идите вы нафиг, блин. Картошка офигенная просто. Просто офигенская. Не нравится? Не ешьте, блин, мою еду. Моя еда самая вкусная. Сам сожру сейчас. Сам сожру. Все, на. Жрите, как говорится. А почему я не могу? Почему только один раз я могу проанализировать? Но мы критику можем так проанализировать. И хопа, две звезды. Да что ж ты будешь делать? Я вроде терпимость прокачивал, а не вот эту хрень. Что за, блин? Что дальше? Что дальше, пацаны? Мне уже пора. Мне уже, блин, пора. Запеченная форель. Да что ж ты будешь делать? Запеченная форель. Сколько лет, сколько зим. Упала, ничего. Так, перец, да, сушеный укроп, да, там нужен. 5 граммов, тимьян. Хрен, потом перец, тимьян. Тимьян, черный перец. Так, все, готово, отправляем сразу ее туда. Нормально, нормально. Правда, у нас с деньгами как-то, знаешь, какая-то беда. Надо как-то экономнее, что ли, относиться, блин. Что такое? Что я не могу поставить? О. Все нормально. Пусть работает все, как надо. Так, теперь лимон, но он уже нарезан. Это не лимон, блин, это не лимон. Значит, просто-напросто мы с тобой, хопа, и вот так. Ни хрена я! Ну-ка, опа! Опа! Оля-ля! Круто! Так, все, нормально. Теперь берем лимон с тобой. Режем его на 4 части равные. Хоп-хоп-хоп. Раз, два, три, четыре. Раз, все. Отлично, форелька у нас запекается. Нормально, уже скоро запечется. Сколько нам времени? Слушай, все быстрее и быстрее, да, становится вот этот вот счетчик. А где он тут? У нас только 5.20... Тут жалко, нету этого счетчика. Мне как-то, знаешь, приятнее не по таймеру, а вот именно чтоб это... Сколько от всего времени оставалось. Так, ножичек. Свежая петрушечка, большая кастрюлечка. Это мы закрываем. Че она? Блин, кстати, надо осторожнее быть, друзья, а то вдруг она хопа и один раз вот откажет. А нам где запекать-то, блин? Не знаю, мастеров придется вызывать. Вообще, по идее, нам... А, ну микроволновка у нас есть, так что запечем, не ссыте. Чаша комбайна. Офигеть, круто. Погоди, так туда можно что угодно, что ли, совать? Ну-ка, таймер, например. Если туда таймер запулять. Стоп. Ну-ка, стояк. А чё, я не могу. Ну-ка. Тихо, чаша комбайна. Вот, хопа. Ой, тихо.
Ну почти же попал, ёп. Вот, вот, нормально. Ну-ка, что будет? Эх, обман, обман. Я-то думал, реально что-то сделается. Ну ладно, фиг с ним. Как-нибудь в другой раз побалуемся. Что у нас с форелью? Я думаю, она уже запеклась, поэтому, друзья, тарелочку берем с тобой. Тарелка простая. Конечно, простая. Куда им, блин, еще-то круче? Так, 4 долечки. Раз, два, три. И еще сушеный хрен мне нужен. Где хрен? Вот он. Хрен дофига. Все, вот тебе. Оп. Анализировать, видимо, только один раз можно, прикинь. Я не понимаю, реально, терпимость. Во-во, пацаны, вот это другое дело. А то я не знаю, что-то мне какую-то хрень дают. Сегодня мы больше не берем заказы. Все, отлично, критика, давай. Почапали завтра. Заказы 4, готовы заказы, дохода чаевых 4, доходы, расходы 160. Нифига себе, я в минус ушел сегодня. Так, будьте готовы, спокойно, я все сделаю. Я спокойно сделаю все. Прокачаемся мы с тобой, выберите навык. Так, за поданное блюдо начисляются больше очков, наград за ежедневный кухонный декор, опыта. Подавайте блюдо на 4 звезды и выше подряд и получайте на 20 очков больше за каждый. На 4 звезды я не могу, давай-ка лучше... время остывания? Нифига, там надо еще, блин, это... Фаза уборки, терпимость ко вкусу повышается. Давай вот так вот. Я не знаю вообще, на кой фиг мы это сделали, но вроде нормально. 50%. Может, 20 это мало, а 50 нормально? Ну, 50 это дофига, да. Так, покажите, инспектор, какой вы прекрасный повар. Пропускаем. Давай. Мы открываем через час, используем все время к подготовке рабочий новый заказ. Это точно... Ресторан «Кредик» должен был у нас примерно через 4 часа. Через 4 часа! Понял. Понял, все понял. Значит, свинину на кости. Сейчас сделаем. Так, давай жарься, пока там у нас. Я ничего не буду тут добавлять. Картошка у нас уже есть. Где-то там на полу. Сейчас быстренько соберем. Только единственное надо собрать, блин. Как бы людям кушать надо. Вдруг они... Вдруг, блин, как я говорю это, да? Так, все. Сейчас запечется картофель. Давай. Пусть печется. Ну а что, чем нехорошо? Кстати, 8 минут это нормально, да. Тимьян, черный перец. Да блин, нафига вы хотите всего, если честно? Нормально. Сейчас главное, знаешь, до золотой корочки ее так дожарить. Картошечка, что-то с ней плохо все. Куда-то его, знаешь, надо что-то выбрасывать, наверное. Я даже не знаю. Лимон, потому что очень долго тут задевался. Во, давай немного подвыбрасываем что-нибудь. Хотя, блин, это нормальная картошина была. Черт, вот так вот и выбрасывай. Короче, пацаны, никогда ничего не выбрасывайте. Просто так. Так, сметанка у нас есть. Ее можно куда-нибудь, я не знаю, вот сюда вот. Ну, смотри, как, ля, как оно красиво здесь, а. Не, ну лучше тут уж. Губочка. Там, я не знаю, что еще... Кстати, а интересно, губка будет работать, если реально ее как-нибудь, знаешь, сначала намочить, типа? Губка, чтобы она мокрая была. Вот, все, типа, мы ее сделали. И теперь попробовать вымыть. Ой, что-то я... Тут непонятно, что происходит, но... Блин, пацаны, по-моему, губка не там, где надо. Вообще, где она, блин? Где моя губка, эй? Фига себе, здесь надо как шаману с бубном, что ли. Ладно, фиг с ним. Давай, блин, что-то долго время-то идет, а? Давай-ка раз. Что это такое, блин? Тогда давай переворачиваем уже быстрее. Вон, видишь, она уже, блин, бедная. На. Ой, где-то моя лопаточка, вот она. Так, все, сейчас это сварится. Картофель уже все готово. Давай, берем мы с тобой крупную тарелку. Кстати, тарелки надо поменьше, блин, а то гады это. Жрут. Чтобы, знаешь, много было. Казалось, как будто очень много, а на самом деле нифига. Так, да пойдет и так, господи, куда им, блин? Понимаю, это вам не ресторанный критик, чтобы я ему что-то прям как-то это...
Вот, вот, нормально, нормально. Все, иди нафиг отсюда, вот. Окей. Так, кто дальше? Я думаю, тоже не будет ресторанный критик. Там напишут, наверное, напишут, да? Томатный... Вот, вот другое дело, пацаны. Просто берем глубокую тарелку и переливаем томатный суп. Или борщец, или все... Какая разница вообще? Так, мне кажется, они слишком много... Вот, 195 хватит. Куда им вообще много, а? Раз, два, три, калина. Раз, свеженькая, на... Прям только сделали. Ну, одна звезда неплохо. Одна звезда неплохо. Слава ноль. Неплохо. Ресторанный критик в ресторане. Скоро пора. Пойду брать у него. Давай, 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 давай. Так, вот что заказал ресторанный критик. Помните, что звезд должно быть не менее 4. Это самое, я не знаю, это самое, что я умею офигенно готовить. Поэтому мы не обостремся, пацаны. Мы не обостремся. 10 миллилитров наливается. Все, налили. Хопа, 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 стейк. Сначала, друзья, филешечку. Вот так вот раз замаринуем. Так, давай, давай, давай. Подсолнечное масло 10 мл. Вода, так, соль 5 граммов. И черный перец 5 граммов, так. Есть, 5 граммов есть. Соль тоже 5 граммов. Раз, есть. Все, обжарьте. Давай, 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 давай. О, и упала. Ой, ну ресторанному критику. Ну ладно, он не увидит. Чтоб сразу, он, знаешь, если что не так, если он 4 звезды не поставил, хоть как-то мы ему... Времени у нас немного. Как это немного? Вы чё, блин? 7 минут, нормально сейчас все будет. Прожарится как надо. Ну и вареный картофель у меня уже есть, так что не ссы. Где у меня вареный картофель? Вон, вареный картофель. Все, он уже... А, он, стоп, стоп, стоп. Надо, конечно же, нам, друзья, его включить. Че он, блин? Лопатку берем. Спокойно. Главное, что он не видит ресторан. Главное, что он сюда не зайдет, а все. Главное, чтоб не видел, что на кухне творится. Так, филе лосося делается. Картофель, видишь, пока температура у него такая себе, поэтому надо подождать. Так, что у нас? Филе лосося сейчас у нас нормально все будет. Да, все можно вот так вот. Оп. Алле, оп. Вот. Блин, да я просто мастер. Так, все, и с другой стороны обжариваем. Сейчас, погоди. Сейчас, 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 сейчас. Да что ты будешь делать, а, блин? Мне надо просто ее перевернуть. Повернуть. Да как ты, блин, так делаешься-то, а? Блин, вот как назло, пацаны, блин, вот я умею все, могу, а вот когда ресторанные критики приходят, сразу, сразу, блин, какая-то хрень происходит, ну же! Ё-май, да ёшкин кот. О! Отлично. Так, 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 главное, чтобы он не увидел. Главное, чтобы он не за что. Ё-моё, ну! Так, блин! О. Пожалуйста, ну! О, все, отлично. Так, что с картошечкой? Картошку уже нельзя брать, значит, все, хана. Ну как она, ребят, конечно, все правильно делаем. Все, она горячая. Берем мы с тобой тарелку простую. Две картофельные. О, какие, ля, какие вкусные. Смотри, ну он оценит по достоинству, конечно. Так, и все. И все, друзья. Сейчас филе лосося приготовится. Там сколько осталось времени-то? 4 минуты, блин. Чувак оценит мою скорость. Хопа-хопа, как фастфуд, можно сказать. Оценит и скажут нормально. 5 звезд. Офигеть, как картофельно так сохраняется. Я не понимаю, ее надо бы как-нибудь сюда вот. Ну фиг с ней, ладно. Так, филе лосося. Прикинь, короче, ему вообще не подать ничего. Так, дай-ка я сохранить игру.
Сохранить. На-на-на-на-на. Ну все, прошу, бон аппетит. 5 звезд. 3 звезды. Гость доволен? Сушеный тимьян, свинина на кости. Слишком много масла, ошибка при нагревании, температура идеальна. Ты да охренел, ресторан Критика остался недоволен, блин, ну что еще было от вас ждать? Ты да охренел, что ли, блин? Вы еще охренели, что ли, собаки, блин? Да пошел он нахрен, вообще! Собака, сейчас я ему... Знаешь, что? Сейчас ему, когда Критик придет, сосредоточьтесь. Уже сейчас собака... Сейчас ему, вот знаешь, что ему, надо как-то вот ему нагадить, вот на вот, ему, на тебе масло, урод, вот тебе, маслица, и что-нибудь еще я ему, знаешь, сейчас что-нибудь-то, блин, сушеного хрена я ему туда, хрен, вот именно хрен сейчас, вот что он скажет, когда ему хрен туда, вот сушеный хрен тебе, вот тебе... Тарелка с хреном. Зараза, а? 3 звезды, ты прикинь, 3 звезды. Написано доволен. Вот хрен, а. Моржовый. На, блин. На, отправляем. Вот тебе, жри. Скорость 5 баллов. Вкус общий счет. Да вы охренели. Так, что делать-то, пацаны, будем? Блин, как на 5 баллов тут это все сделать? 3 минуты, у меня за 3 минуты. Что я могу за 3 минуты сделать? Короче, надо вот это вот вылить. Так, вылили. Все, сейчас давай быстренько попробуем. Значит, 10 миллилитров. Он на масло жаловался, типа очень много его. 12 миллилитров. Так, нормально, все, отлично. Быстро берем. Солим, перчим. Быстрее, 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 быстрее. Я думаю, успеем. 5 граммов ровно. Соль 5 граммов. Да, блин, вот, отлично, все, быстро, форель, идем сюда вот, все, пусть жарится, большая картошка, вот так вот просто делаем, сколько там литр надо, да, набрать? Блин, там губка сраная. Так, вода 300. Все, так, литр водички. Литр воды. Че там надо? 2 картофельные, да? Соль 20 граммов. И 2 картофельные. Вот зараза, а? Как приходится, блин, Критику-то нормально готовить. Сейчас перевернем. Сейчас перевернем и там быстренько приготовим. У нас просто времени вообще в обрез. Если честно, ни хрена нет его. Идеально, идеально, пацаны. Так, большая кастрюля. Она не работает, что ли? Да, она пока не работает. Все, зажигание пошло. Соль, 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 соль. Сколько осталось? Минута 58, нормаль. Все, замечательно. Так, смотрим, что у нас творится. Филе лосося приготовится сейчас. Это тоже готовится. Сколько там готовить? 120 секунд. Вот и 2 минуты. Блин, мы не успеем. Пацаны, мы не успеем. Мы чисто... Надо было, знаешь, быстро. Да пошел ты в жопу. Дешевый тебе. Ну, тарелка дешевая тоже не подойдет. Блин. Ладно, кто-нибудь приберется когда-нибудь. Сколько осталось? Минута 18. Есть. Так, свежая петрушка. Чё там, большая кастрюля? Блин, только половина, прикинь. Только половина, пацаны, поторопитесь. Да, я вижу. У меня вот проблема. Есть.
50 секунд, 49, 48... 44, 43. Короче, ждем сейчас секунд 15. Секунд 15. Картошка. А, сейчас, она приготовится. Чуть-чуть осталось. Сколько там времени? 30. 29, 28, 27, 26. Блин, я не знаю, справлюсь. Нет, 24, 23, 22, 20. Что, картофель? 17, 17, 16. Все, пора. Собираем. Блин, как мне... Тихо. Фу, давай. Успел! Да, собака! 5! Вот это я понимаю. Новый закос. Простой украинский борщ. Сейчас будет. Ну же, сделайте все в лучшем виде, или мы потеряем... В смысле? Но это уже в следующей серии, друзья, будет. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайкосик, и вы ждете продолжения. На этом все, бай-бай, дорогие друзья.